Ценой собственной жизни сегодня утром на Московском шоссе около крупного торгового центра был сбит пешеход. По словам сотрудников госавтоинспекции, 68-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, не пожелав воспользоваться подземным пешеходным переходом. В итоге пенсионерка попала под колеса автобуса, который следовал по первому маршруту в сторону проспекта Кирова. От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства ЧП сейчас выясняются, а проводится проверка. В связи со строительством подземного пешеходного перехода и демонтажом светофора, значит, женщина 47-го года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. Значит, автобусом первого маршрута допущен наезд. Значит, женщина скончалась на месте.